Здравствуйте! В эфире телеканал «Абакан-24». Прогноз погоды на понедельник, 17 января. К интересным датам. Сегодня отмечается День детских изобретений. Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, мороженое на палочке и шрифт Брайля? Да, все эти очевидные предметы были изобретены детьми. В этот день проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы и награждения. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев. Крупнейшая пятигорская выставка «Мех Ангелина Сэм» в Абакане. Только до 16 января новые коллекции 2022 года. Успейте приобрести свою шубку по выгодным ценам. Скидки до 70%. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. Выставка «Ангелина Сэм» в Абакане. Шубы со скидками до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. В ГЦК «Победа» только до 16 января 2022 года. Понедельник, 17 января, в Черногорске возможен снег с дождем. Минус 7 в дневное время, к вечеру до 15 градусов мороза. В Саяногорске облачно со снегом. В светлое время суток минус 1, к вечеру подморозит до 13 градусов. В Сорске небольшой снег. Днем температура поднимется до 1 градуса со знаком «плюс», к вечеру снизится до 11 градусов мороза. Потеплеет и в Абазе. Плюс 4 днем, к вечеру температура опустится до 9 градусов мороза. В Абакане снежно. Минус 6 днем и минус 15 в ночное время суток. Ветер восточный, атмосферное давление повышенное, составит 741 миллиметр ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всего вам самого доброго!